Жмышенко Валерий Альбертович, приношу свои извинения перед каналом своего нарезчика 3/4. Да пошел ты нахуй! Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Hi little baby boom, my little my baby birth and hi my birth and hi my little birth baby. Hi girls and hi my little baby boom, my little my zebbles baby, hi my little baby boom, my birth and hi my zebbles. Да, да, да. Всем привет, это я, самарская женщина. Приветствую вас всех. Ночки 150, нас... Блядь, поставили. 130. Я новичок, я пешка батуашки, он мужчина... Поставили мою озвучку доната. Меня как обычно. Поставили мою озвучку доната. А сена привена, пасеки. Сена привена. А что это был за голос? Это мою озвучку соль пихнули или что? Что только что за голос был? Что за бред? Не понял. Уважаемые зрители, в данной трансляции сидит самозванец Денис. Дедушка заперт в подвале, ну да, получается. Мясо, а, мясо, добавили, да. Добавили мою озвучку. Интересно, конечно, звучит. Это я озвучил, да. Добавили, прикольно. Прикольно, конечно. Не, прикольно звучит, конечно. Как будто, конечно, ну, знаешь, как будто бы не я, но на самом деле это я озвучил, да, это я делал озвучку донатов, поэтому здравствуйте. Вроде нормально, это еще я, нет, это настоящая моя озвучка, это я именно озвучил. Это игра для VR-очков Метро, да, вот Awakening. Ну, не знаю, честно сказать. Не испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза. Ты видишь? Это самое, значит, я честно сказать, ну, насчет VR, и заткнитесь сейчас все, я сейчас говорю, царь говорит, а вы пока помолчите, ребят. А, все, спасибо. Значит, метро, да, метро. Ребята, я вас обманывал все время. На самом деле, меня зовут Денис Сухачев. Я бежу из Донбасса, со Шмышляевки. Ебать, брат, сука, хватит все мою озвучку ставить. Я снимал штанишки и какал тебе наличика, а затем писал тебе в ротик, затем ты сглотнул мою какашку огромную ням-ням. Так, хватит все, не надо баловаться. Побаловались и хватит. Я поздравляю вас, операция в Counter-Strike наконец-то вышла! Брелки, 65 новых скинов, нож кукри! И ты можешь забрать билет новой операции совершенно бесплатно. Как? Рассказываю. У Epic Drop вышла обнова одновременно с CS'ом и называется она Armory Helper. Это твой помощник по прокачке операции внутри Counter-Strike. Выполняй простые задания на сайте и уже за 15-й выполненный квест получи целых 2 билета операции или тайное ВП на халяву. Epic Drop — это единственное место, где в кейсе за косарь ты можешь выбить сразу 5 билетов операции. Да, новая операция не обменивается и не продается на торговой площадке, но при выводе билетов операции эпики просто отправят на баланс Steam сумму, равную их стоимости. А ведь Armory Helper — это не просто задание, это целая мини-игра с бесплатными скинами из новых коллекций. Короче, переходи по ссылке и забирай Armory Helper бесплатно, чтобы прокачать операцию в КСК быстрее всех. Интересно, если на Твиче поставят озвучку моим голосом донаты, их там забанят или нет? Прикинь, да? Пацаки, моя жена действительно ушла к рокеру. Теперь я воспитываю подкидыша Богдана от рокера. Дайте денег на починку Москвича 3. Ебать, брат, сука. Хватит мой голос донать использовать. А у стримаков на Твиче автоматом... Пасики, я раздам вам все наворованные донаты и поеду на Ламуду. А еще модерку сегодня за 150 рублей. А можете там какие-то символы задонатить? Типа, ааа, вот, как оно будет звучать? Типа там, ааа, там какие-то звуки такие интересные. Так, а что такое новая игра плюс? Это что значит? Игра новая и новая игра плюс. Я просто хочу на прохождение поиграть. Всем привет, дорогие зяблы. С вами в эфире лысая, глупая, тупая женщина. То есть я. Зовут меня Дениска, мне 34 годика, я дурачек. Посуду к ста помыл, ужин для Ральки и рокера приготовил. Да я кукол, и что? Я сосу за колбасу. Я сосу за колбасу. Я сосу за колбасу. Я сосу за колбасу. А. О, а, о, а, а.
Так, ребята, давайте нахуй, ну пошутили, поигрались, молодцы, хватит. Да, сука. Привет, дед. Привет. Вот знаешь, что интересно. Что? Что тебе интересно? Ящер сможет стонать твоим голосом. Ой, блядь, сука, у меня ж машина триво едет. Крыса, сука! Поздравляю себя, любимого, с днем рождения. Желаю себе денег и поклонниц. Всем хейтерам сосать. Сышите сосать. Пена под стол, бля. Да-да-да-да, еб. Хай, мяй зябс. Хай, май литл бэдди бон. Сена привена. Да-да-да. Сена привена. Спасибо, заткнись. Пена, тихо, заткнись, пенчис. Сена, привет, пасыки. Помогите завести москвич. В Твиттере не заводится. Дайте донатик на починку. Привет, привет, Димасик. Хай, Берс. Хай, Мая. Помогите, пожалуйста, это я настоящий дедушка. В данный момент нахожусь в бытсмышле. Я в кое-как поймал, заперт в подвале, пытают мойкой посуды. Пацаки, теперь заводим. Вы ничего, что вы меня полупокеры сейчас отвлекаете? Я сбежал с Украины в 2014 году, чтобы воровать донаты у российских зрителей и отправлять эти деньги. Пошел ты нахуй, осуждаю. Да вы не смейтесь, я реально так играю. Ручки крестиком и погнал тупить в детских играх. Закрой нахуй рот. Не надо с вас бабки доить. И кстати, мне нравится Toyota, хорошая марка автомобилей. Да, у меня тертый задок, но я этого не стесняюсь, ведь я гей, кто хочет меня трогать. Осуждаю, сука! Медиатор, встаю на колени и прошу прощения у всех зяблов, у кого своровал донат. Кого, блядь? Я верну все деньги Мазерати и Денису Кулешову за непройденный Майнкрафт. И помою посуду сегодня, Алина. Хай, деда, сидим с челами в дискордике и смотрим твой стрим. Очень тебя любим. Передай привет Вите и Двуликаму. Привет, да, кстати, вы с... А, Витя, привет, Двулики, привет. Под залупой творог собрался. Ребята, медуза распустилась совсем. Надо ее подровнять у пениса, отсосать. Раньше Сережка мыл мне залупу, теперь я сосу за ебать. Вы долбоёб, закиньте рот, что делать надо? Лесопилка есть. Хорошо, тогда путь следования у нас прокладывается вот здесь. Я лысый, у меня аллопеция. Я лысый, я лысый. 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 Вы, сука, вам посоветовать надо в дурке пролечиться всем, дебилам. Я один здесь, походу, умный или что? Ребят, да уж, пора признаться, я ебаная лысая женщина. Дед — это лишь образ. Меня зовут Денис, мою жену зовут Алина. Я ебаный каблук, ее ебет рокер каждый день. Я долбоеб купил москвич и горжусь этим насрать. Слышишь ты, блядь? Всем привет, да, это я своим голосом, я подтверждаю это, да, я под расписку своего голоса заявляю, что я обещаюсь вернуть все сворованные донаты. Готов, извините. Ай, блядь, ебать, иди нахуй, сука. Всем привет, ребята. Вот недавно в Москве был, в Цуме закупался, а потом на вечеринку к Пидиди летал. Отдыхал там с девочками разными, маслом их обливал. Много масла. Обливал маслом маленьких девочек. Ребята, я официально заявляю, что Тричтв становится одним единственным нарезчиком. Мне очень нравится... Пошел ты нахуй, пи***й ебаный. Хуйсос ты ебаный, бля. Что он делает? Хуйню он делает, я ему сейчас пи***й дам. Забаню нахуй все каналы, доступ в интернет закрою. Ребят, я Снорк, Игорь Вихарьков, легенда. Я люблю смотреть... Как ролинку идет рокер, и как мой любимый москвич не заводится. Зато там есть Bluetooth в 2024. Тричтв, легенда, лучший катер по мне. Я Снорк и Пен. В смысле, не-то нечего разгружать? Я люблю только мужчин. Пошел ты нахуй! Знаете, я добавил свой голос, чтобы еще больше доить мамонтов. Это не я добавил, я просто озвучку делал. Знаешь, чувство будто забуксовал. Или насрал. Или как рокер ролинку в жопу ебал.
А я смотрю и терплю. Я же кукол. Пошел забирать на своем москвиче заказ на Ламоде. Если он заведется, тричит в легенда. Я лысый. Я пена, я здесь главный. У меня маска. Я хочу пицца. К стабату, а у гигантских хуй. Люблю его спасать с проглотом. Сина привела. Ладно, пасыки, я пошел покупать пени, пиццу, шо. Сегодня ебал Богдана. Ну вот и очередной пик дна прорван. Озвучил, доволен. Теперь получай за лупой по губам. И шаг, и шаг, и шаг, и шаг, и шаг, и шаг. Ебать, я сейчас просто встану и вам ебало набью. Ну просто, я сейчас сижу, играю, кайфую, да? Но я могу нарушить это кайфовое состояние. Могу встать и вам ебальники набить. Привет, ребят. Я Волокас, я Ишак. Мой ишачий хвостик высох и отвалился из-за того, что я часто включал подогрев сидений на своем москвиче. Помогите мне донатом на искусственный хвост с пробкой для очка. А, спасибо, хорошо. Я, Жмышенко Валерий Альбертович, приношу свои извинения перед каналом своего нарезчика Тричит. Да пошел ты нахуй! Прости меня, дорогой. Я был неправ о твоей нарезке. Лучше на Ютаре. Хуйня! Сена привена, пасыки. Сена привена. Трич, ебаный козел, чмошник. Страйк тебе. Бан, блять, хейтеры сосать. Хайберс, япончик. Насрал, насрал. Насрал. Даб-даб-даб, я даю. О, вот это вот родна отсюда. Сена привена, пасыки. 25-17 to the 25-17. Влад Валак, желаю тебе самое лучшее и как дело. Чмок в губки. Привет, привет. Привет. Сябус, если на плав будет 500 лайков, я покажу новую прическу за 2500. Сходил к барберу, он сделал из меня петуха самарского. Такое гнездо на голове, хоть сейчас туда сажай курицу. Вот за лупой творог собрался, ребята. Медуза распустилась совсем. Надо ее подровнять. Из-под залупы творог собрать. Раньше ты мыла мою залупу сама. Целовала яйца, брала их в руку. Теперь я ухожу. Я не мужчина. Да, блядь. На самом деле мужчина только пена. Ребят, давайте позовем пену все вместе. Чтобы на потоке был он вместе меня ебаной лысой женщины. Free penny, пена. Пена, пена. Пене, а жопа. Бля, ебать, бак проебашил. Ебать, о чем прэк? Трогай, Трич. Бля, блядь. Извини меня за все оскорбления. Ты самый лучший ютубер. Фиксируй изумление. Пацаны, в чем прэк? Однажды я пришел выпить кофе в кафетерии. Мне типа это прицеп надо? Мне принесли кофе. Официантка спрашивает вам в чай сколько сахара. Ха-х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 а. Смейтесь. Мне походу прицеп надо другое. Без трусов сижу. А, ебать, я дал. Это Паша был. Пошел на мои курсы. Я Тарова. Все, извините, я тупанул, ебать, дебил. Просто лох. Москвич три, к слову, хуета. А Роза Грэл, москвич топ. Хочу, чтобы кофемашина твоя сломалась. Япон, пока. Пока, пока, пока. Контра-С, контра-В, Ишак. Ишак, Академ Городовский. Сена привена. Сегодня потуплю в этой игре. Потом проиграю пару раз, посидим в танках и пойду посуду мыть. Завтра с ралли на Ламоду ехать. Сука. И как мне теперь с этим прицепом, блядь, здесь выезжать? Ладно, ребят, вы ждали. Я готов признаться. Я Снорк, хобби-хорсер, владелец москвича, три ебаны долбоёб, куколт рокера. Лысый, немощный, Ламода как дом родной. Умею только тупить в играх и истерить, как женщина жес. Резким, резким. Рывком, рывком прям. Да, как раз две штуки мне хватит, две палетки в этой машине. Поиграем в догонялки. Я кролик, а ты енотик. Хобби-хорсер, не хорохорсер. Открывай ротик, летит камшотик. Дед, ты пидор. Кто сам? Друзья, всем ассаляму алейкум.
Это дедушка ваш. Если честно, очень хочу пойти помыть посуду. Надоело с вами тут сидеть, какую-то залупу стремить. Люблю лизать яйца рокера под столом. Ребята, зябнуть не сижу в окопе с синими повязками на рукавах. Пошел ты нахуй! Так, выезд в гараж. Дело сделано. Дело сделано. Официально заявляю, что Тричт в легенда, а я просто... Да пошел ты нахуй, самодонатный пидор, ебаный. Урод. В игру для них. Пизда тебе, Вовочка. Пиздит жена и ее рокер ебаный. Чучело, а минус канал, ебаный. Прощайся, сегодня последний день твоего канала тупого. Лоховской монтажер и пидор ебаный. Двойнарезки хуйня ебана. Ты, блядь, тень Дитрова. Пошел нахуй отсюда. Чмошник, ты лошара, петуч. Риты сервера X3 на все. Поэтому заходите, наслаждайтесь. Да пошел ты нахуй, бля. Заткни рот свой. Зяблы — это не настоящий глад волока стримит. Это американский стример из 2008 года, у которого я украл образ. Он нашел меня в Самаре, отпиздил и держит под столом. Помогите. Он кормит меня своим калом. А ты лонг дарк будешь проходить? Да, сейчас я все брошу. Алло, лонг дарк, учите меня. Сейчас я включу лонг дарк, пожалуйста, подождите. Хорошо, я ожидаю, когда лонг дарк будет. Ладно, все, заклись. Лонг дарк, да, будет пройден. Точно, забыл про него. Как обычно. Похуй. В смысле, пройду, да. Заткнись. Ой, в смысле, пройду, да.